не мы. Нам Россия, мама, свой священный долг отдаем сполна. Нам нельзя назад, можно только прямо. Нам нельзя назад, за спиной страна. Маленький патриот Ратмир Дулажев поет с 5 лет. Сейчас ему 10, и репертуар песен, посвященных родине, пополняется. Композицию «Я россиянин» он посвятил крестному, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Оказалось, в семье мальчика часто говорят о патриотизме. Патриот – это человек тот, который любит свою страну и готов встать на ее защиту, в моем понятии. Светлана Дулажева, мама Ратмира, с малых лет прививала ему любовь к родине. Ее дедушка был участником Великой Отечественной войны, двоюродный брат – герой России, а зять находится в зоне проведения СВО. Поэтому о любви к родине мальчик слышит с детства. Главное – это родина. Главное – это любовь. Любовь к родине. Так объяснила. Самира Фасхутдинова играет на скрипке и часто выступает на концертах, посвященных патриотизму. Это как сердце, которое бьется всегда. Я люблю свою родину. Дети и во главе с руководителем, также родители помогли записать музыкальный клип. Они этот клип отправили участникам СВО и мы в ответ получили благодарность. У каждого учащегося музыкальной школы номер 3 в репертуаре есть патриотическое произведение. Именно это помогает детям прививать любовь к родине. Яна Вальдю, Ленар Султанов. Новости Набережные Челны.